преддверии Дня Великой Победы по всей России, в том числе и в Северском районе, прошла акция «Поем всем двором». Во дворе многоквартирного дома по адресу Казачий 57 жители и работники Северского дома культуры устроили настоящий концерт с фронтовыми песнями и танцами. Главный зритель – Валентина Петровна Толкач, ветеран Великой Отечественной войны. Всем собравшимся она рассказала о военных годах, где служила и как офицеры ласково называли юную радистку Валюшей. Отправили в полк, и так я в полку и была, на передовой. Было мне тогда 18 лет, было страшновато. Командир полка был у нас Филяев, старенький дядька. Все меня не звали, я младший сержант. А звали меня Валюша, Валюша. Все как девчонку уважали очень. Всем двором спели старые добрые военные песни «Синий платочек», «Смуглянку» и, конечно же, «Катюшу». Под мотивы всем знакомых песен танцевали женщины, мужчины, пожилые и молодые, и даже самые маленькие гости. В завершении под громкие аплодисменты все исполнили День Победы. Этот праздник не оставил никого равнодушным. Этот праздник со слезами на глазах. Великая Победа далась ценой огромных потерь. Подвиг и мужество советских солдат навсегда останется в памяти поколений.